очень скучно. Да, заняться нечем. Еда невкусная. Капот, да, а тебе что, весело? Мне нет. И нам нет. Как же все надоело. Ой, да, надоело все, прям вообще не могу. Дорогие, а вы что ничем не занимаетесь? Мам, нам скучно, мы уже все сделали, поиграли, поели. Так, я смотрю, вы ничего не ели. Почему? А, потому что нам скучно, мам. Что же придумать? Дорогой, иди сюда. Иду. Тёма и котёнки, грустите? Да, пап, грустим. Нам заняться нечем, пап. А знаете что? Что ты придумал? А давайте мы вместе... смотрели. Да, смотрели. Давай, дорогой, сходим в поход. Сейчас красивая погода на улице. Снежочек, все яркое солнышко. Весна. А, точно, давайте пойдемте в лес. Разожжем костер. Попоем песенки. А, давайте. Да, да, папа, мы тоже хотим. Ура, наконец-то. Да, наконец-то. Этой скуки будет конец. Ну что, тогда собираемся и встречаемся в лесу. Ха. Как в лесу встречаемся? Да я пошутил. Все жду на улицу. Вперед. Ну вот, дорогие, вот и поиграем в лесу. Ура, мама, ура! Миу, 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 миу. Ну все, пойдемте деваться. Здорово, мы сейчас пойдем в лес. Наконец-то, наконец-то, ура! А я знаете, что хочу? Я хочу, чтобы папа мне дал, чтобы я зажег костер спичками. Нет, спички, дядя, мне игрушка. Ну, под присмотром папы-то можно? Я вообще-то тоже хочу. Давай с тобой смахиваться будем. Давай сам смахнемся тогда. Давай. Ну все, вперед. Ну что, детишки, вот ты и в лесу. Здорово, да? Да, дорогой, прям вообще замечательная погода, прям вообще здорово. Давайте найдем какую-нибудь елочку и возле нее разместим лагерь. Да, 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 и костер зажгем, костер. Да, и костер зажгем. Ох, это будет замечательный день. Да, папочка, давайте уж быстрее пойдем. Пойдемте. Не отставать, все за мной, все за мной. Да идем, идем, идем уже. Никто не отстал? Да вроде бы нет. Ребята, а где карамелька? Не знаю, я здесь. Где ты, карамелька? Ты где, дорогая? Я здесь, пап. Где, я тебя не вижу. Да, мы тебя не видим, карамелька. Да я здесь, посмотрите наверх. А, как ты собралась высоко. Слезай давай, ты упадешь, разобьешься. Да снег же мягкий, смотрите. Это место самое подходящее, как вы считаете? Да, дорогой, место очень хорошее. Смотрите, какая елочка сзади нас. Да, да, и погода здорово. Прям классная. Давайте разожжем костер вот здесь. Давайте. Да, да, давайте, давайте. Ой, где же здесь найти дрова? Как же тяжело. Эти веточки собирают повсюду. Ой, ой, как же я устал. Ну, какая погода красивая. Блеск. Ладно, надо искать дрова. Я же за этим сюда пошел. Как же я долго искала эти дрова. Ну давайте зажжем костер. Давайте, давайте. Итак, дорогие, кто хочет поджечь? Я хочу, можно я, пап, пожалуйста? И я хочу. А вы знаете, что сделать? Вы смахнитесь. Хорошо. Хорошо здесь, на природе, с костром. Ой, ой, что-то я чуть не обжегся. Ой, здорово, как он горит, здорово. А запах костра какой вкусный. Да, здорово, папа, спасибо тебе, то, что мы сюда сходили. Друзья, а если вам понравилось наше видео, как мы в лесу погуляли, то подписывайтесь на наш канал VDD и не пропускайте новые видео. Внизу, вот здесь вот, есть колокольчик, на него нажимаете и... вам будет приходить сообщение с новыми сериями. Да. А вот сюда нажмете, вот на эту красненькую. Это будет подписка. Спасибо вам, что смотрите наш канал. Всем пока!